Ryan занимается также животноводством. These cattle here will be sold as beef to individuals. Бычки. Бычки стоят. Да, они будут проданы непосредственно прямому покупателю. То есть кто-то позвонит Райану, допустим, закажет пол теленка, и Райан напрямую ему продаст. То есть он не будет через магазины его реализовывать. А сколько им? So we raise these from small calves, and when they're calves, they're out in the fields eating the cover crops. Они выращивают его от маленьких телят до коров. И пока они растут, они питаются там покровными культурами на поле. And потом so сюда их пригоняют. Возраст какой? And we... How old are these? 15 месяцев. 16 месяцев этим бычкам. Они амарант обожают. Как пусть расскажет технологию from like feed them here when they're small or not? When they're small, they're out in the fields. From like once we cut corn and plant cover crops, we put the cattle out on the cover crops. В каком возрасте? Что они не выращивают, то есть не размножают. Они покупают телят непосредственно в тот момент, когда уже есть покровные культуры на поле. И они постоянно пасутся, выпасаются на поле, где есть покровная культура, подрастают и потом перегоняют сюда. На фидлот, а зерновой корм идет, да? Зерновой корм. Do you feed them here with grain? Yes. Да. Towards the, for the last 2 to 3 months of они, their life. Yeah. Они 2-3 месяца зерном. Какие-то породистые или... Да. Да? So the most of their life they are eating grass. But main profit. Main profit of selling them. Yes, but we also run other people's cattle on our cover crops for a profit. So other people will pay us for their cattle to be on our cover crops. How much do you charge them? $1 per day per animal. Он в первую очередь выращивает его для продажи, для того, чтобы получить прибыль. То есть, а уже это второстепенное, чтобы получить какую-то пользу на поле. Также он сдает в аренду свои поля с покровными культурами для выпаса соседским фермам. И он берет с них $1 с одного животного в день. Выпаса. О, круто. Это очень дорого. Очень дорого. It's too expensive, $1 per animal. А мясо сколько килограмм? One day. У нас сколько стоит килограмм мяса? 250 рублей, да? Ну, это для вас, да. 250 рублей. Это копейки. Взяли на мусор или бросили пустые бутылки? Это было дорого. Oh, one pound. One pound. Hamburger is... $4.50 a pound. Steaks, you know, can be $8 to $14 a pound. В общем, мясо, которое идет на гамбургеры, 4.50 стоит, а вот стейки, вырезки, которые отбивные будут стейки делать, от $8 to $14 может стоить за фунт. Ну это почти килограмм, да? An individual would like to buy a whole steer, it'd be $1,500 per whole. В общем, если кто-то хочет купить полностью тушку, то это будет стоить $1,500. Это 1200 фунтов примерно. При каком весе?